Всем привет! Это обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, вернувшийся с моря Амортис. Теперь у меня облазит нос, но это никому не интересно. Поехали! Сейчас модно делать игры по фильмам, так что ничего удивительного, что и сегодня мы поговорим именно о такой игре. А главный ее персонаж даже не герой, он супергерой. Встречайте, Супермен, один из самых старых комиксных героев. А может и вообще самый старый, я не особо в этом шарю, и один из сильнейших. Но его костюм всегда дико бесил. Фильм стал попыткой перезапустить суперменову франшизу и начать все с нуля, ведь все мы знаем, что до него все фильмы о Кларке Кенте были редкостным дерьмецом. Вкратце о сюжете. Как обычно, родной Кларка в Криптон гибнет, родители посылают Кларка на Землю, где он попадает к другим дяде и тете, которые берут на себя родительскую функцию. Мальчик растет. Нововведением стала мировая скорбь, которую бедолага испытывает из-за того, что может летать, неуязвим и может навешать кому угодно люлей. Бесспорно, есть из-за чего расстроиться. Ну а потом он находит свой гейский костюмчик, Землю атакуют силы зла и начинаются действа. Фильм я еще не смотрел, ну потому что он еще не вышел, а вот игру могут заценить все желающие. Так давай же заценивать. Итак, главное меню. Весьма стильно выполнено, все весьма красиво. Менюшка мне здесь понравилась. В самом-самом начале мы видим три слота сохранений, и выбрав один из них, попадаем внутрь. А внутри нас ждет два режима игры и вкладка «Улучшение». Улучшать мы можем, как нетрудно догадаться, навыки, характеристики персонажа и его костюмы. Все улучшения покупаются на очки опыта, которые мы получаем за прохождение миссий. Можно даже открывать весьма забавные костюмы, в которых Кларк Кент выглядит вполне прилично и даже брутально. Режим игры на выживание. Как несложно догадаться, здесь тебе предстоит выживать. То есть продержаться как можно дольше и отмудохать как можно больше врагов. Кроме того, есть задания. Или ачивки, не знаю как точнее выразиться. Короче говоря, где-то от тебя потребуется совершить бросок в небо, где-то уничтожить объект в полете, а где-то разрушить своим врагом как можно больше окружающих строений. Об этом самом разрушении мы поговорим чуть позже. Ну а пока перейдем к сюжетному прохождению игры. Первая миссия, конечно, обучающая. Здесь нам рассказывают, кто же такой Супермен и как он докатился до такой жизни. А то вдруг кто-то еще не знал. Ну а дальше уже бои. Сама игра файтинг, выполненный в стиле слэшера. Прикольное смешение жанров, но мне кажется, что здесь все-таки чего-то не хватает. Скорее всего, свободного перемещения, да и вообще разнообразия. Если ты помнишь, была такая игруха, называлась Xenoclash. Там тоже файтинг был совмещен со слэшером. Но это не мешало игре быть еще и шутером, и по локациям там можно было бегать только так. Здесь же просто стоишь на месте, да ведь Супермен умеет летать. Немного об управлении. В нижних углах экрана расположены кнопки у ворота. Супермен подныривает под удары врага и вертится вокруг него, меняя позицию. Тапами мы ставим блок. Конечно, атаки противника нас все же слегка повреждают, но жизни отнимаются гораздо медленнее. Но бьем мы свайпами. Ударов много и с разных сторон и позиций, и есть различные комбо. После серии ударов можно засадить инопланетному псу в щи с утроенной силой. И вот это то, что в этой игре по-настоящему круто. Враг отлетает и своим туловищем мнет автобусы или пробивает стены зданий. Потом вылазит из дыры и снова бросается на нас. Выглядит довольно эпично. Еще можно подбросить врага в воздух и поизбивать его в полете, что тоже довольно забавно. Подведем итог. Из плюсов хорошая графика, ну да, игра ведь сделана на Unreal Engine. Динамичные бои, швыряние врагов, ну и красивое меню. А вот минусы, ну во-первых, игра пересказывает сюжет еще не вышедшего фильма. Очевидно, господа из Warner Brothers хотели срубить побольше деньжат, но я, например, теперь вряд ли пойду в кино. Во-вторых, кроме этих самых динамичных боев, в игре по сути ничего и нет, и приедается это все уже миссией на 3-й-4-й. Но, как таймкиллер, игра в принципе вполне ничего, хоть в ней нет ничего выдающегося. Играть в нее или нет, решай сам. На сегодня это все. Если понравился выпуск, лайкай ролик. Ролик сам себя не залайкает. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!